Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хролиплей, первый сер. Мы не Кирилл Питбуль. Итак, я сегодня вышел с клуба и решил покататься на своей крутой тачке. Так, сорян за звук, это я альт нажал случайно. Итак, вот моя бричка. Ну, думаю, по названию видео вы поняли, что я взял трактор и хочу поэкспериментировать, как люди будут реагировать на трактор в городе. Это, по-моему, белорусский трактор, Росток, как я вижу, написано. И сегодня мы будем пробовать. Но ПДД мы не будем нарушать. Хоть у нас есть трактор. Так, Бернал, чуваки, на тракторе. Видели когда такое? Ух ты, ёб... Как он проработан четко. Так, ну что, поехали. Поехали на нашем тракторе в город. Сейчас быстренько доедем до города. Ну, быстренько это, конечно, я... Что-то я сморознул не то. Вот моя Бентли, кстати, стоит. Что бы вы выбрали, трактор или Бентли? Пишите в комментариях. Не, ну трактор такой старенький, уже пошарпанный жестко просто. Просто жестко пошарпанный. Ну сейчас мы поедем в город и посмотрим, как люди будут реагировать на трактор. На тракторе в городе, назову это видео, наверное, так. Но в любом случае это прикольно. На тракторе таком ездить. Максималка у него 49 километров. Он быстрее, чем АК даже едет, чуваки. Представляете? Быстрее, чем АК. ОК, АК, ну, неважно. Какой ты, блядь, такси смелый, я вижу. Решил на моем трактор врезаться. Видели, как такси захренило? Тут трактор едет. Вообще четкий трактор, реально. Просто четкий. Чётенький трактор такой. Прям то, что нужно. То, что нужно вообще. Каев просто. Просто каев. Сейчас до города быстренько доедем и продолжим. Было бы, кстати, прикольно, если бы они ввели на ферму работу на тракторе. Можно было бы возить молоко там куда-то на завод. Или тюки сена возить. Как типа дальнобойщик, только на тракторе возить. И там зарплата была бы 3000 за рейс. Там такое. Было бы прикольно. Как вам такая идея? Пишите в комментариях. Потому что я думаю, это было прикольно. Прицепы такие бы они сделали, что можно было цеплять. И возить тюки, там молоко, там, не знаю, коров возить, свиней. Было бы вообще прикольно. Было бы... Ну, думаю, было бы классно, РПшно. Блин, еще было бы РПшнее. Я бы работал, отвечаю бы постоянно на этой работе, потому что мне прикалывает трактор этот. Да и вообще, эта техника сельская прикалывает меня. Прикалывать сельская техника. Это как-то странно звучало. Ну да ладно, мы почти уже доехали. Сейчас посмотрим, что нам гаишники сделают. Интересно, тут колеса пробиваются или не? Ну, трактор очень реалистичный. Прям как капец какой реалистичный. Стоп, это не моя Ямаха была, случайно? Ну ладно, блин. Скучаю за своей Ямахой, но ее уже не вернуть, потому что мой аккаунт взломали какие-то пидоры. Но это не важно. Уже почти доехали. Блин, а бензина прилично хавает. 9 литров потратил от Батырева до Южного. Неплохо так. Розовая Мерседес. Блин, когда гаишники нужны, их тут нету, блин. Сейчас онлайн сколько? 363 человека. Ну, нормально. Сойдет, сойдет. А ну-ка, сейчас мы заедем. Проедем, заедем. Payday пришел. Так. Давайте на рав-центр поедем сразу. А ну как наш чувак отреагирует. Что-то ему похер вообще. Так. Вон крузак развернулся. Видите, людям интересно, что же это за трактор? Что же это за трактор? Видите, они за мной едут. Видите? Что им надо? Мне интересно. Какие-то чуваки непонятные вообще. Я, видите, я крузак наказал. Вот так вот. Смотрите, смотрите, как я его... Оп-оп-оп, погнал. Давай. Просто его с места сейчас дерну. Так, сорян за кашель.
Ту-ту-ру-ту-тум. Не, ну трактор вообще тема. Тема лютая вообще. Тема лютая. Это вам не Бентли и Роллс-Ройс. Это трактор. Сельская техника. Смотри, как я руль дергаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Смотри, как мой персонаж дергается просто. Он... У него уже руки сейчас сломаются от руля такого. Так, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.